Глобально уменьшается риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и всего, что с этим связано: инфаркта, ишемической болезни сердца, инсульта, заболеваний дыхательной системы, астмы, хронических бронхитов, онкологической патологии органов дыхания, заболеваний органов пищеварительной системы, гастрита и язвы желудка, проблем с печенью, заболеваний мочеполовой системы, рака мочевого пузыря, падение потенции, угнетение репродуктивной функции. Восстанавливается тонус сосудов, что дает возможность лучшего кровоснабжения органов кровью. Уже через 8 часов после последней сигареты в крови приходит в норму уровень кислорода. Это улучшает работу сердца, нормализует давление и работу внутренних органов. Уже на вторые сутки после отказа от сигарет становится легче дышать. Через 2-3 дня улучшаются вкусовые ощущения, так как вкусовые рецепторы, которые обычно блокировались действием никотина, стали функционировать нормально. Вместе с улучшением вкуса происходит и нормализация обоняния. Это происходит потому, что восстанавливается нарушенная работа ворсинок эпителия, находящихся в носу, гортани и бронхах. Где-то через неделю восстанавливается цвет лица, начинает улучшаться структура кожи. Исчезает неприятный запах изо рта, от волос, кожи и одежды. Зубы постепенно становятся белее. Исчезает ощущение постоянной усталости, повышается работоспособность, возникает желание к активной жизни, походам, спорту. Улучшается настроение. Уменьшается желание спать. Это связано с общим поднятием тонуса всего организма. Улучшается память и скорость мышления, облегчается концентрация внимания. Добавляется еще минимум 2 свободных часа в день для активной деятельности. Это то время, что раньше занимали перекуры. Исчезают ежедневные финансовые траты на сигареты, которые на сегодняшний день составляют ощутимую часть расходов. Избавление от ежедневной интоксикации организма. Многократное уменьшение риска развития рака легкого, болезни сердца и сосудов. Каждый год вы значительно реже будете болеть гриппом и другими простудными заболеваниями. Вы без одышки поднимаетесь по лестнице. Вы спасаете своих детей от заболеваний органов дыхания. У вас заметно меньше и позже образуются морщины на лице. Вы избавляетесь от утреннего кашля. Вы получаете контроль над своей жизнью. Thank you.